Я доктор Неболит. Я вам расскажу, что делать, если человек заболел туберкулезом. Когда иммунные клетки не могут справиться с туберкулезными палочками, к ним на помощь приходят лекарства. Лечение может назначать только доктор. Врачи, которые лечат от туберкулеза, называют фтизиатрами. Чем раньше начать лечение, тем меньше бактерий навредят организму. Туберкулезные палочки погибают очень медленно, поэтому лечение занимает не меньше 6 месяцев. Очень важно не прерывать прием лекарств. В Кыргызстане они совершенно бесплатны. Если прекратить лечение раньше времени, туберкулезные бактерии станут более стойкими. На них уже не подействуют те лекарства, которые принимал человек. Врачи называют это лекарственной устойчивостью. Для того, чтобы палочки Коха погибли, понадобятся другие, более сильные лекарства, а лечение займет уже гораздо больше времени. Туберкулез не обязательно лечить в больнице, если для этого нет необходимости. Человек может продолжать жить привычной жизнью. Люди, которые постоянно принимают лекарства, не могут передать инфекцию другим людям. Поэтому не бойтесь общаться с человеком, который получает лечение. Наоборот, поддержите его, помогите поверить в то, что он обязательно выздоровеет.